Первый сеанс одновременных мастер-классов стартовал в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Перед студентами выступили специалисты в сфере развлекательных медиа, парламентской и татарской журналистики. Целью данного цикла является максимальное погружение студентов в журналистское дело. До начала мы побывали на мастер-классах Резиды Макуева и Феликса Сандалова, чтобы узнать у спикеров, какую именно идею они хотят донести до студентов КФУ. Но поскольку я руковожу пресс-службой Государственного совета Республики Татарстан, в первую очередь я хотела бы рассказать ребятам, которые пришли сегодня на эту лекцию или мастер-класс, о том, чем занимается Государственный совет Республики, чем занимаются депутаты, как они избираются. Ну, провести такой небольшой обучающий семинар о том, что такое парламент. У меня довольно простая идея. Она состоит из двух частей. То, что я буду рассказывать про новые медиа и новые форматы, которые они с собой принесли. С одной стороны, будем разбирать те плюсы, которые есть в этих форматах, и которые действительно облегчают жизнь журналистскому коллективу. А с другой стороны, о тех минусах, скорее, социального характера. Общение с профессионалами продлилось 1.5 часа. Будущих акул пера и пиара интересовали многие аспекты деятельности, от юридических моментов до курьезных случаев из практики. В свою очередь, воодушевленные студенты школы журналистики высказали пожелания о том, каких спикеров они желают видеть в последующих мастер-классах. Я бы хотел встретиться с Максимом Шарафутдиновым, потому что, мне кажется, это более-менее реально. Человек из Казани и достиг таких успехов в телевидении, добрался до Первого канала и теперь является ведущим. Ну, я бы хотела услышать мастер-класс от Владимира Познера, потому что он очень хорошо проводит интервью, а этот жанр меня интересует, и я бы хотела узнать, как именно он так аккуратно и тактично на такие щепетильные вопросы знает ответы. Знаешь, хотел бы увидеть Познера вот там, лицом к лицу. Был уже на его мастер-классе, но большой зал, понимаешь, много людей. А вот так с Познером сесть и один на один поговорить. Было бы очень интересно.